«Чеховская чайка» на чувашской сцене. С премьеры по пьесе русского классика началась неделя спектаклей режиссера народного артиста Советского Союза Валерия Яковлева. Появление нового для классической чайки персонажа дьявола – это особый режиссерский ход. В каждой постановке Валерия Яковлева новые решения и незабываемые моменты. Все привыкли к красивому. Классика – это хорошие, красивые костюмы, красивые декорации. Этого достаточно. Нет, для того, чтобы взбудоражить, взволновать, заставлять задуматься и сопереживать, и думать о своей судьбе, о судьбе своих окружающих, способом театра, способом этого спектакля, в данном случае я говорю, конечно, о «Чайке» Антона Павловича Чехова. Это сложно. В названии спектакля переведенное на чувашский выражение «пять пудов любви». Так Чехов острил о своей пьесе. В ней развиваются сразу несколько любовных треугольников. А Антон Павлович Чехова нельзя играть. Надо жить, существовать в этом образе. Поэтому, наверное, немножко для нашего театра это не совсем легко. Почему хорошие люди так несчастны, нелюбимы и бесприютны? На вечный вопрос ответ ищет режиссер и зритель. Однако на драматичные моменты смотрят с легким юмором. Где-то местами даже в пантомиму переходящая шутка. Мне очень нравится то, что и Нина, и Треплев, и Тригорин, они выдерживают тон такой шутливый, редко переходя в серьез. За 7 дней на сцене драмтеатра покажут и предыдущие работы мастера, который на днях отметил юбилей. «Часы с кукушкой», «Во мне душа Пихамбара» и другие. Закроется фестиваль драмы «В деревне» по пьесе классика чувашской литературы Федора Павлова, где занята вся группа театра. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.